это сейчас я общественный деятель, а вообще я училка, учительница. И очень это любила и люблю. Много лет преподавала в школе, в институте, я сейчас преподаю медицинским сотрудникам. И вы знаете, для меня Новый год начинается не 1 января, а 1 сентября, всю жизнь. Символ Нового года для меня не елка, а дети, которые идут в школу с цветами. Малыши, огромные гладиолусы выше него ростом. Сейчас, 1 сентября, если я вижу детей, которые идут в школу с одним цветком, а не с большим букетом, я очень радуюсь. Это значит, что они принимают участие в акции «Дети вместо цветов». Это потрясающая благотворительная акция, которая уже много лет проходит по всей стране и которая, благодаря всем, кто в ней участвует, школы, учителя, дети, их родители, эта акция помогла тысячам детей с разными сложными заболеваниями, которые не могут оказаться в школе без нашей поддержки, помогла почувствовать им себя частью общества, помогла им ощутить, что 1 сентября и для них тоже день знаний, и для них тоже начало нового учебного года. Если вы дарите учителю 30 букетов, соревнуетесь между собой, какой лучше, какой дороже, какой круче, чей букет учительница забрала домой, а чей оставила в классе. Ну, это, конечно, приятно, но одновременно грустно, потому что не все букеты уйдут домой. Кто-то будет завидовать, кто-то расстраиваться, какие-то букеты завянут, вообще не дотянувшись до воды, у каких-то станут склизкими и противными стебли, потому что не хватило им вас, и они теснились в каком-то большом ведре, которое было назначено для того, чтобы мыть полы в классе. А учительница дома будет переживать, что все не влезает в ванну, что у нее нет времени подрезать вовремя. И жутко жалко все эти букеты выкидывать. Но если каждый ребенок приходит с одним цветком, потом эти цветы собираются вместе, и мы дарим учителю один большой осмысленный букет, а все остальные сэкономленные деньги отправляем на акцию «Дети вместо цветов», то это невероятная помощь. Невероятная помощь не только тем, кто болеет, но и нам самим. Мы становимся лучше, мы уважаем себя, мы перестаем бояться болезни и немощи. А учителю очень приятно быть частью такой акции, потому что он тогда учит не только предмету химии, географии или русскому, он учит своих детей оставаться и быть людьми, замечать тех, кому хуже, замечать тех, кто слабее, замечать тех, кто зависит от нас, и никогда не смотреть на них свысока. Присоединяйтесь к этой акции. В фонде «Вера» есть вся атрибутика. Это очень просто. Быть и стать хорошим, стать частью большого доброго дела и помогать так, чтобы ваша помощь не завяла. Присоединяйтесь к акции «Дети вместо цветов».